четверг, как вы уже прекрасно знаете, это маленькая пятница. Это преддверие выходных, это день, когда стоит настраиваться на отдых и хорошие эмоции, которые подарит следующий день. Да, которые подарят вам Александр Бондаренко. И Мария Пантазио, вот такие четвержные люди в преддверии пятницы, так мы себя называем. Мягче, нежнее, мы уже сколько раз... Четвергные. Вот ты говоришь, вот это и прям уже сразу теплее, радостнее становится. Как будто мы вас, знаете, гладим вот так по голове, говорим, просыпайся, ведь наступил четверг. Это так, как будто пятница уже, когда вы чувствуете вот это вот смягчение, вот это вот настроение, радость, понимаете, веселье. Но, как бы там ни было, пятница завтра, а сегодня все-таки четверг, но самый лучший, самый позитивный, самый успешный, каждый день именно такой. И этот день мы тоже встречаем с вами в таком настроении, с таким настроем. Как хорошо ты меня назвала так, пятница завтра, она показала на меня, видите, я пятница Маша, кто понимает, Робинзон Крузо, да, немножечко отсылки туда. Немножечко. В общем, мы это все к чему? К тому, что вы улыбнитесь, подтянитесь. Вообще, говорят, одно из самых приятных и полезных занятий с утра – это как раз вот эти вот потягушечки. Потягушки детские. Именно вот в кровати, вот казалось когда еще так бы, вам что хорошо. Казалось бы, что такое, да, действие, но именно оно запускает всю эту систему, и нервную, и тело, физическая нагрузка такая легенькая. То есть не пропускайте это, подтянитесь, понежнитесь. Я понимаю, что это невозможно проснуться на 5 минут раньше, чтобы это все сделать спокойно, но даже если вы немножечко опаздываете, эти 30 секунд того, что найдите, в кровати поваляетесь, обязательно, и утро станет чуточку прекраснее. Ну, и мы надеемся, что утро станет... Оно стало намного прекраснее, потому что начинаем его мыть. Да, да. Ты прям вот с языка снял эту мысль, да, что утро станет прекраснее еще потому, что мы встречаем его вместе с вами. Обсуждаем самое яркое событие, знаковое историческое событие декабря. Напомним, что 12 декабря пройдут выборы президента Приднестровской Молдавской Республики. 10 дней всего осталось. Надо, знаешь, как-то более угрожающе, чтобы все собрались. Осталось 10 дней. Почему угрожающе? Вообще, мне кажется, что выборы, знаешь, это как экзамен, всегда праздник. Понимаешь, то есть там же звучит музыка все-таки. У тебя есть возможность проявить свою гражданскую позицию. То есть это, в общем-то, событие положительное, конечно. Безусловно. Конечно. Поэтому мы, конечно, призываем и приглашаем всех принять участие в выборах, сделать свой выбор. Ну, мне кажется, что каждый сознательный гражданин нашей страны, безусловно, это сделает и 12 декабря придет на свой участок. Сознательный должен бессознательного пригласить с собой, чтобы они вместе проголосовали. И напоминаем, что это исторический момент, как всегда, переломный для страны. Вы должны в нем поучаствовать, сделать свою небольшую точку, казалось бы, такую маленькую, незначащую, но каждый голос важен, поэтому не ленитесь, сходите, обязательно проголосуйте. Ну, заодно и приведите какую-то соседку или соседа, который: «Да я не пойду, что там делать?» Вот вы его ведете и вместе с ним голосуете. Ну, правда, это событие, к которому причастны абсолютно все мы, те, кто достиг уже, собственно, возраста, когда можно голосовать. Это Маша льстит, видите, прям с утра. Мы давненечко достигли с ней возраста, когда можно было голосовать. Слушай, мне кажется, дети, вот, например, очень многие бы хотели... Я все детство мечтал, мне давали в руки. А у них пока нет такой возможности, вот, поэтому... мечту, проголосуй за президента. Это правда. В общем, сейчас мы послушаем опрос. В общем-то, в последнее время мы, конечно, активно спрашиваем наших горожан, что они думают, почему важно голосовать, почему важно быть активным. В общем, на этот вопрос сейчас отвечают рыбничане. Надо свой голос отдать. Это наша республика, мы должны все активно принять в этом участие для того, чтобы дальше процветала наша страна, кто-то руководил, кто-то цели какие-то наставленные исполнял, переживал за граждан нашей республики. Это всего лишь раз в 5 лет, получается, это для нас единая возможность, чтобы выразить свое желание что-то в будущее изменить. Нужно, чтобы все проголосовали. Потому что это важно, чтобы победил бы хороший человек. Для страны, для будущего. Решается судьба нашей страны, чтобы было бы людям комфортно жить. Для того, чтобы мы жили лучше. Мы уже посмотрите, как все преобразовалось, как и обязательно должно идти. И дети наши идут с нами, так мы их учим чему-то. Я очень надеюсь, что эти выборы помогут прийти к власти человеку, который сможет родить за благо каждого человека. Важно для того, чтобы ходить, чтобы показать свою солидарность
это то, что республика живет, и то, что люди принимают участие в ее повседневной жизни. Важно для народа, кого они избирают. Если человек как бы зарекомендовал себя в этом плане, то, мне кажется, важно прийти и поддержать. Чтобы было и у нас мир, чтобы была красота везде, чтобы сделать в селах. Для того, чтобы наше будущее. Это выбор, цели, принципы нашего будущего поколения. От нас зависит это все. Очень важно. Как это, почему? Президент, один человек у власти. Кто-то должен руководить? Неважно, республика, страна. Очень важно. Значит, так, люди, очень важно пойти на выборы. Это решается нашей, это касается нашей страны. Если мы не проголосуем, значит, будет очень плохо. Хочется лучшего. Для нашего будущего, для наших детей хочется лучшего. Но надеемся, что так и будет. Каждый голос – это как капля в море. Потому что каждый человек имеет право голоса. И когда их наберется определенное количество, будет известно все-таки, кто нужен этому народу, кто нужен этому государству. Мы любим в нашей передаче говорить о здоровом образе жизни, а главное, о спорте, в сторону которого мы всегда с Марией лежим верной дорогой. Вот сегодня буквально мы уже говорили о потягушках. Первый вид спорта, самый популярный маленький зимой. Маленький шажок, ну скажем, физическая активность такая, да? Первый шажок к здоровому образу жизни. Слушай, конечно. Есть же соревнования по лежанию в кровати, например, знаешь? Не, ну это уже знаешь. Ну, все равно, это можно считать видом. Короче, потягушки – это тоже вид спорта, и говорите себе, сегодня я немножечко занимался спортом. Но тут еще что хочется сказать. Мы южные, и у нас, в общем-то, зима, как правило, тоже достаточно теплая. Южная, да. Да, южная такая. И поздняя осень у нас такая. В ноябре было столько теплых, прекрасных дней. То есть у нас, в что принципе... еще можно было самым плаванием заниматься, прям в нестроении мерзнуть. Ну, практически, да. Ну, то есть бег, да, абсолютно доступен. На велосипеде, пожалуйста, катайся, тоже практически круглый год. Мини-футбол, прекрасный вид спорта. Конечно, на открытом воздухе. Это же тоже очень и очень здорово, потому что, ну, определенная часть стран лишена такой возможности. Да, например, холодно, в Норвегии там. Сильно ты и не побегаешь летом, и летом потому да. что замерзаешь, это раз. Во-вторых, волки всегда бегут за тобой. Вот, у нас тут в этом отношении все приятнее, согласитесь, правда. Сейчас, к тому же, стало намного больше площадок в республике, где можно заниматься спортом, ну, в комфортных условиях, да, когда есть и беговые дорожки, и поля для баскетбола, для мини-футбола, для футбола. Это все тоже, ну, как-то мотивирует, да, приятнее все-таки выходить не на поле такое, знаешь, как раньше, когда земля. Я знаю это слово, я помогу. Поле бурьяна. Знаете, когда выходишь, по колено в поле, мяча не видно, только суслика, пенал суслика, потом мяч. На преодоление, да. Здесь сейчас, правда, у нас создаются все условия и, ну, полей, да, каких-то комфортных спортивных площадок, ну, прям намного больше. Можно заниматься, делать это круглый год, что приятно. В том числе можно заниматься и скалолазанием. У нас, конечно, не прям горная страна. Но решили, друзья, для любителей скалолазания построить гору, да, вот так неожиданно. Сначала Екатерининский парк, а потом и скалу построили. Ну, как вы думали? Подождите, конечно. Это мы еще на пути. Это мы на пути еще, да? Но, например, жители севера нашей страны точно имеют ну, такую там, возможность. Они так обычно добираются в хватает, школу. Хватает, да, собственно. По горам. Вот. Ну и, в принципе, ответственные скалы можно найти где-то поближе к югу нашей страны. В общем, не проблема. Ну и есть где потренироваться в этом отношении. Тоже этот вид спорта доступен и зимой, учитывая нашу южную зиму. Вот сейчас несколько азов скалолазания в нашем сюжете, может быть, вам приглянется этот вид спорта. Он, конечно, для все-таки экстремально настроенных людей, но как для меня. Слушайте, я думаю, бы побоялась, что... но... Подождите. Для смелых духом этот вид спорта, если вы хотите себя попробовать что-то новенькое, что-то сильно экстремальное, будоражащее еще, я так понимаю, под руководством опытного инструктора. Конечно. У вас есть такая возможность, и об этом расскажет Карина Степенко. Она там и полазала, простите за некрасивые слова. В общем-то, разбиралась, чтобы рассказать вам. Ване всего 7 лет, но фору может дать даже взрослому. Забраться на 5-метровую стену удастся не каждому. Всего 2 минуты прошло, а маленький скалолаз уже преодолел самую сложную дорожку на скалодроме. Сколько уже раз прошел эту стену? Миллион.
Азы скалолазания мы часто познаем еще в детстве. Кто-то перелазил через заборы, кто-то покорял верхушки деревьев у себя во дворе, а кто-то обучается этим профессионально. Чтобы заняться скалолазанием, не обязательно серьезная физическая подготовка. Скалолазание – такой вид спорта, который не имеет возрастных ограничений. То есть у меня лично занимается ребенок 4 лет, самый маленький, да, и в нашем коллективе есть ребята, которым уже за 40, и они активно лазят, как бы, и им это нравится, они развиваются, выезжают на скалы, и возраст этому не помеха. Знать, уметь, работать, бороться – такой девиз и расшифровка названия команды «Зубр». Дарья занимается уже более 6 лет, преодолевала даже самые трудные дистанции. Как-то я увидела, как мои одноклассники занимаются вот в кружке, я решила, почему бы не попробовать. И вот меня затянуло. Чудо. Да, конечно, тяжело. И даже в данный момент очень тяжело заниматься, когда ты пытаешься преодолеть некоторые трудности. У нас есть 2 больших объекта, над которыми мы работали все лето и всю осень. Это Строенцы и Григориополь, так называемый 38-й километр. Когда-то, 20 лет назад, там было много скалолазных маршрутов. Их сверлили ребята-добровольцы, как бы, да. То есть сейчас мы под проект обновляем все. Мы вычищаем скалы от живых камней, то есть для того, чтобы они были безопасными. 4 дорожки от самой простой до очень сложной. Особое внимание безопасности. Для этого есть специальная система страховки. А еще обязательный разминка и инструктаж. И только потом вверх. У скалолазов есть специальное снаряжение для того, чтобы лазать. Да, это обязательно нужны скальные туфли. Скальные туфли, они очень плотно сидят на ноге. У них есть резиновый носок и резиновая пятка. Для того, чтобы мы четко ставили ноги на зацепы. И чтобы даже самые маленькие зацепы мы могли взять и нагрузить их. Но если вы не собираетесь покорять скалы, обычная обувь вполне подойдет. Есть несколько видов скалолазания. Бывают 2 вида скалолазания. Это лазание на трудности, на скорость, когда люди лазят со страховками. И скалолазание вид болдеринг, когда не используется данная система, но при этом скалодром имеет высоту не более 4 метров. У нас здесь только лазание на трудности, на скорость, как бы, то есть мы лазим только с веревкой, только со страховочной системой, страховочными устройствами. А в таком мешочке магнезия используют для того, чтобы руки не скользили. Для более устойчивого положения – специальная обувь. От четкости постановки ноги зависит и наша уверенность, именно стояние на зацепе. Если мы абы как поставили, да, даже в скальниках у нас ноги будут соскальзывать. Если мы поставили четко и давим на зацепчик, да, то тогда мы можем уверенно на нем стоять, даже если он будет самым-самым маленьким. Расскажите, что это за выступы? Это зацепы, которые имитируют зацепки на естественном рельефе. Они у нас бывают разными. Они служат для того, чтобы мы могли здесь, в зале, имитировать то, что у нас могут быть какие проблемы на рельефе. Бывают активные, бывают пассивные. Те, на которых неудобно браться с первого взгляда, да, к ним нужно больше применить силы, чтобы зажать его. Вот, а на активах уже поудобнее. Но на вид это не так просто. Чтобы преодолеть 5-метровую скалу, нужно хорошо постараться. Да, очень тяжело. Скользко бывает, скользит. Иногда обувь скользит. На вот это вот очень тяжело было, потому что я сюда еще никогда не залезал на вот это. Но я раньше занимался, но на вот это не залезал. Скалодром находится в Бендерах, в 15-й школе. Занятия 3 раза в неделю. Попробовать можете и вы. Одна из самых обсуждаемых тем, не только в Приднестровье, но, мне кажется, по всему миру, это ревакцинация. Много мифов, много нюансов, о которых сейчас все говорят. Да, будем разбираться вместе со специалистом. Свои вопросы мы зададим заместителю главного врача по санитарно-эпидемиологическому обеспечению Инне Палладе. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро.
Но правда, о ревакцинации сейчас говорят много, да, мы в процессе. Ну, в принципе, общедоступная информация, да, и мировая практика говорят нам о том, что ревакцинироваться нужно спустя полгода после первого курса вакцинации. Так ли это? Уточняем эту информацию. Да, конечно, сегодня, безусловно, интересует всех граждан, как наших, так и в том числе и в мире, насколько действует вакцина против коронавирусной инфекции. Все мы прекрасно понимали, когда начиналась, так скажем, пандемия, когда мы начали вакцинироваться против коронавирусной инфекции, у всех были вопросы, насколько эффективна данная вакцина. На тот момент никто не мог ответить на данный вопрос, и мы говорили минимум на полгода, максимум на год. Но спустя уже какое-то время, где проходят кампании по вакцинации против ковид-инфекции, из проведения научных исследований установлено то, что все-таки спустя 6 месяцев или 180 дней после получения второй дозы вакцины против ковид-инфекции необходима ревакцинация, то есть получение бустерной дополнительной дозы. Ввиду того, что в организме все-таки снижаются антитела против данной инфекции. Есть ли какие-то ограничения по ревакцинации? Да, может быть, какие-то противопоказания? Либо какие-то, да, заболевания, с которыми противопоказана ревакцинация полностью вообще? Противопоказаний как таковых особых нет, потому что если человек получил уже вакцинацию, будь это двух доз, да, с интервалом определенным, одна доза, которая Johnson & Johnson, да, мы делаем, то и у него не появились никаких таких атипичных реакций после вакцинации, то, безусловно, нет никаких противопоказаний. Ну, если только может быть противопоказанием, что хронические заболевания находятся в стадии обострения. Но это, опять же, может пройти время, и человек может получить свою бустер-дозу, которая поможет повысить уровень антител, именно иммуноглобулинов G, от данной инфекции. На сегодняшний день установлено, что только после вакцинации, получения вакцины Johnson & Johnson одной дозой, можем ревакцинироваться спустя 2 месяца. Но есть для разница. Всех остальных вакцин спустя 180 дней или 6 месяцев. Но разница ощутимая, да? Как, почему Джонсон только на 2 месяца, но, получается, защищает? Я так понимаю, действует он все равно полгода, да, но ревакцинироваться можно через 2 месяца. Дело в том, что изначально мы говорили о том, что эффективность вакцин, которая делается вакцинация, курс вакцинации проходит из 2 доз, то у них эффективность намного выше, чем получают одну дозу. То есть от Джонсона защита, безусловно, намного меньше. Потому на сегодняшний день установлено, что после получения Johnson & Johnson человек может ревакцинироваться спустя 2 месяца этой же вакциной или Pfizer. Ну, вот мы уже начали об этом говорить, да, есть живой пример, я Джонсоном вакцинировался, и вы уже начали говорить о том, что можно вакцинироваться Pfizer'ом, если, ну, вакцинироваться, например, да, Pfizer'ом, возможно ли вакцинироваться другой вакциной или обязательно только этой же? Ну, есть какая-то целом, последовательность, да, там? Чем ревакцинироваться, собственно, это, наверное, один из самых обсуждаемых вопросов, есть ли как-то несовместимые, скажем так, вакцины друг с другом? Этот момент и самым был главным для изучения и разработки нормативного документа, это приказа, проекта приказа, который сейчас находится на рассмотрении у министра здравоохранения, каким образом и после, какая комбинация вакцин должна быть для получения бустерной дозы. Безусловно,
есть для каждой вакцины такие рекомендации, которые необходимо будет соблюдать. Но, в общем, хочу сказать, что для всех видов вакцины могут получить ревакцинацию или бустерную дозу Pfizer или Moderna, которая у нас тоже скоро поступит, или той же видом вакцины. То есть, если AstraZeneca, то он может тоже ревакцинироваться Pfizer, Moderna или AstraZeneca. То есть, это больше всего, конечно, будет задача медицинских работников. И когда человек будет приходить для получения бустерной дозы или ревакцинации, а таких я хочу сказать, что у нас на территории имеется в достаточном количестве. Это говорит о том, что люди заботятся о своем здоровье, и это очень важно на сегодняшний день для того, чтобы поддержать вот такую стабильную эпидемиологическую ситуацию. В виде распространения коронавируса все зависит от того коллективного иммунитета, который мы хотим создать на нашей территории. Еще такой вопрос. Есть ли какие-то индивидуальные особенности, которые влияют на срок действия вакцины? Ну, например, в один и тот же период два человека вакцинировались там AstraZeneca, да, но у кого-то антитела, допустим, держатся полгода, а у кого-то 8 месяцев. Нужно ли сдавать тест на антитела перед ревакцинацией, чтобы определить это? Или это не обязательно, и в целом вот есть полгода, можно ревакцинироваться и как-то не задумываться об уровне антител? На самом деле данный вопрос тоже изучался и обсуждался нами. Не в обязательном порядке необходимо проводить напряженность антител к данной инфекции. Прошло 180 дней, человек идет на ревакцинацию. Это отмечается в электронном регистре. Он получает сертификат о получении бустерной дозы. И через 2 недели у него в организме начинается опять повышаться уровень антител. И он защищен от данной инфекции. Но так или иначе, опять же, очень много есть высказываний от населения. Я вакцинирован, я не хочу носить средства индивидуальной защиты и так далее. Это не снимает ответственности носить средства индивидуальной защиты. Также необходимо беречь себя, носить в общественных местах маски правильно, именно с надеванием на нос и рот, подбородок. Ну и, безусловно, всегда обрабатывать руки, гаджеты свои индивидуальные. И, конечно, исключать таких массовых скоплений людей, ну или хотя бы соблюдать расстояние, которое необходимо или которое мы рекомендуем, это минимум как метр. Да, хорошо, что об этом напоминаем, потому что вакцина в любом случае не панацея, да, и безопасность должна соблюдаться. А как переносится ревакцинация? Опять ли, да, там у многих было повышение температуры после первой вакцины, да, болела рука, были какие-то симптомы недомогания. Ревакцинация переносится легче или такие же симптомы примерно будут? Мы уже с завтрашнего дня будем стартовать по получению бустерной дозы у людей, именно кто провакцинировался еще в апреле, в мае месяце, это уже прошло 6 месяцев, да. Явления после получения вакцины таковы же, как и в первый раз. Возможно, это местная реакция в виде болезненности или покраснения, может быть субфибрилитет. И я хочу сказать, что это нормальное явление после введения чужеродного вещества в организм. То есть организм отреагировал, то есть антитела выработаются. Это даже и должно быть, даже и хорошо.
Ну, я думаю, что это уже, в общем-то, привычная такая история. Мы к этому, мы об этом знаем, к этому привыкли. Какие-то эти симптомы, они совершенно никого не пугают в этой связи. Ну, с другой стороны, да, хорошо, что об этом, нормально. Хорошо, что об этом напоминает специалист, потому что, да, даже я слышал, у меня была температура, наверное, вакцину плохую вкололи, потому что была такая реакция, что это я плохо себя чувствовал. Мы об этом напоминаем, что это вполне нормальная реакция организма. Да. Вначале еще все волновались, сейчас уже как-то к этому привыкли, да, к этой информации, к этим ощущениям. Мы живем в этом мире, по-другому не получается. У меня еще такой вопрос. Но на сегодняшний день, вот я хотела сказать, что у нас провакцинировано уже более 120 тысяч человек в Приднестровье, не зарегистрировано ни одного случая атипичных реакций. Угу. То есть это больше 3 дней температура или болезненность, или, может быть, какие-то другие симптомы, которые бы вызывали тревожность у граждан. Угу. Такой еще у меня вопрос. Даже вакцинированный человек может заболеть. Да, мы тоже об этом говорили. Он, конечно, переносит все намного проще, но тем не менее, да, это возможно. И тут как быть с ревакцинацией? Получается, все равно через полгода после первой, либо здесь уже нужно исходить от момента, когда ты переболел, потому что, например, можно получить вакцину, заболеть через там, 4 месяца, да? И нужно ли вакцинироваться сразу, да, либо все-таки уже полгода ждать от момента болезни, например? Вот как-то есть здесь разница? Изначально, безусловно, если не заболел в течение этих 6 месяцев, отсчитывается 180 дней от второй дозы, от получения второй дозы. Но если в этот промежуток, так скажем, 6 месяцев человек заболел, то после заболевания можно получить уже прививку спустя 2 недели. Вот так. Это тоже важный, мне кажется, момент, потому что, ну, многие все-таки задумываются. То есть, в принципе, выздоровел, да, прошло буквально несколько недель, и вполне можно ревакцинироваться. Совершенно верно. Совершенно верно. Все зависит от степени тяжести заболевания. 3 месяца должно пройти после заболевания только у тех лиц, которые само течение заболевания проходило в очень тяжелой форме или ему переливали антиковидную плазму. Ну что ж, спасибо большое. На самом деле много нюансов, мне кажется, мы разобрали, потому что, правда, ревакцинация — это тема, которая сейчас на слуху буквально, потому что сроки подходят, да, те, кто вакцинировался весной, и поэтому это, конечно, очень важно, ну, разбираться в этих нюансах. Спасибо, что вы нам сегодня в этом помогли, и мы еще раз вместе с вами напомнили о главном. Ну и, опять же, благодаря вам мы избегаем огромного количества мифов, да, около научных, да, люди смотрят интернет, я смотрел в YouTube, там сказали, что это не надо. Вы все четко разложили по полочкам, и я думаю, что наши зрители услышат. И, в общем-то, мы дали исчерпывающую информацию об этом. Да, Инна Зиновьевна, благодарим вас за это. Ну и сейчас у нас такой финальный вопрос. Он уже к вам, наверное, не как к врачу. Как, да, гражданину своей из страны. Страны, да. Буквально через 10 дней выборы президента нашей страны. Насколько важно проявлять активную гражданскую позицию? Да, мы говорим о сознательности в плане своего здоровья. Да? Вот как важно проявлять сознательность вот в этом отношении? Вот ваша позиция, она какая? Моя позиция, конечно, очень в этом плане положительная. Призываю всех наших граждан пойти на выборы, но, безусловно, соблюдение всех противоэпидемических мер. Это, опять же, напомню, и мы будем говорить об этом всегда, это быть в маске, именно медицинской маске, которую потом нужно даже утилизировать, прийти со своей же ручкой, так скажем, чтобы не трогать другую ручку, где вы будете, а на выборы обязательно нужно прийти и проголосовать. Еще раз вам большое спасибо. Желаем вам хорошего дня, ну и всем нам, конечно, здоровья и победы над коронавирусом. До свидания.
Сейчас я расскажу, что делать с бюллетенем для голосования. В бюллетене список кандидатов расположен по алфавиту. Чтобы проголосовать, нужно напротив фамилии в квадрате поставить любой знак, а затем опустить бюллетень в урну. Если вы оставили бланк пустым или сделали несколько отметок в разных квадратах, бюллетень признается недействительным. Если это произошло случайно, бланк можно заменить. Просто о выборах президента Приднестровья. Мы объявляли его уже совершенно по-разному, привязываясь к какому-то времени года, человеку, времени суток. Вы знаете, что все в этом мире течет и меняется. Но слова излишни туда. Просто гороскопы, все, можно начинать смело. Овны ждут. Итак, удачный период для профессиональной деятельности. Берите инициативу в свои руки. Не доверяйте людям, которые слишком много обещают. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, он укажет верный путь. Но будьте аккуратны. Внутренний голос на то и внутренний для того, чтобы говорить какую-то иногда... Зависит. Туда можно, да, откуда не выйдешь. Да. Тельцы. Да. Хорошее время, чтобы заняться своим здоровьем. Хорошо. Вам нужно подумать о более спокойном ритме жизни. Я бы не сказала, что у меня прям куда сильно еще более беспокойно. Да. Ну, в смысле, вообще не шевелитесь. Тельцы, мне кажется, вообще как бы они больше проспокойны. Это подходящий момент для тех, кто хочет внести изменения в свой внешний облик или в личную жизнь. Нет. Если ты еще хочешь продолжать со мной работать, то, пожалуйста, оставляй волосы. Так, ладно, близнецы. Звезды рекомендуют сконцентрироваться на достижении одной конкретной цели. Вы можете получить вознаграждение за ваше терпение, за все то, что делали для других людей раньше. Прислушайтесь к советам старших родственников. Да, кстати. Но иногда стоит. Старшие родственники, конечно, они мудрее, они прожили жизнь, и могут что-то посоветовать. Но все-таки, тем не менее, и себя слушайте. Ага, внутренний голос овнов, слушайте, он все время кричит. Раки, свободный график. В это время уместнее строгого расписания. Возможно, повышенное внимание со стороны начальства. Может потребоваться крупная сумма денег на какую-то непредусмотренную срочную покупку. У раков все сегодня очень смешано и странно, но они справятся. Бывает, да. Львы. День отлично подходит для переговоров. Однако во второй половине дня важные бумаги лучше не подписывать. Постарайтесь не реагировать на критику со стороны окружающих людей и не стесняйтесь открыто говорить о своих желаниях. Никогда не стесняйтесь. Львы, да. Вообще ничего не стесняйтесь. Стесняться глупо. Жизнь одна. Как говорится, знаешь, вот это, да? Говорит внутренний голос овнов и тельцов вам. Жизнь одна. Девы. День пройдет в спокойном темпе. Силы и энергии для достижения намеченных целей вполне хватит. Нужно доводить до ума ранее начатые дела. Если у вас есть необходимость что-нибудь приобрести, то не откладывайте походы по магазинам. Сегодня пройдите по магазинам. Будет приятно купить что-то новое, новогоднее. Новогоднее, конечно. Да, можно готовиться к Новому году. Итак, весы. Сейчас нужно во всем соблюдать осторожность. Не исключено разочарование в людях, на которых вы возлагали большие надежды. Не выступайте в роли инициатора конфликтов. Победа будет не за вами. Одинокие представители знака могут получить предложение руки и сердца. Вот так как-то сначала такая тревожная часть гороскопа, но потом о любви. Но раз была тревога, то, знаете, возможно, сегодня руку и сердце не стоит забирать у кого-нибудь. Скорпионы. Хорошее время для новых дел, особенно тех, что имеют отношение к домашнему хозяйству. Нужно быть особенно осторожными в отношениях новых знакомых. Есть опасность обмана. Возможен конфликт с кем-то из близких родственников. Да что ж такое? У скорпионов конфликты, обман. Дописочка. Вот, отличное время, чтобы начать оздоровительные мероприятия. Оздоровительные мероприятия? Прекрасная дописочка, типа вы еще и кашляете. Короче, в общем, отдыхайте, скорпионы, вот найдите время для вот этих вот оздоровительных мероприятий. Там на массажик сходите, я не знаю, чаечек попейте. Вот, и как-то отвлекитесь от там всяких разных проблем. Стрельцы. Этот день подходит для налаживания связей с нужными людьми. На работе появится возможность для продвижения по карьерной лестнице. Но лишь в том случае, если проявите инициативу. Поэтому проявляйте, успехов вам. Но, как всегда, помните, что инициатива иногда наказуема. Козероги. Да. В работе следует проявить. Ух ты, какие длинные слова. Значит, в работе следует проявить исполнительность, продемонстрировать ответственность и способность быстро ориентироваться в обстановке и выговаривание слов. Наиболее значимые вопросы... У меня убежал гороскоп. У меня убежал козерог, хотел сказать. Козерог, да. Да. Наиболее значимые вопросы, например, финансовые или имущественные, стоит обдумать в одиночестве, без вмешательства посторонних людей. Дорогие козероги, держитесь, день непростой сегодня какой-то у вас. Устал, пока читал. Устал, знаешь, я уже, да, чуть-чуть приуныл от нашего гороскопа. Водолеи. Ничего плохого про наступающий день сказать нельзя. Вы будете находиться в приподнятом настроении. Только обратите внимание на свое здоровье. Если почувствуете даже легкое недомогание, то не
не тяните время, а займитесь профилактикой простуды. Ну, сейчас вообще, вы помните, мы да? об этом говорим постоянно. Небольшая температурка, сразу обращаемся к врачу. Да, не игнорируем. Тяните. Рыбы. Двойственный день. Рассеянность, недостаток знаний или опыта могут привести к ошибкам в работе. В то же время друзья порадуют приятными новостями. Сегодня не следует выяснять отношения с людьми, которых вы любите, потому что мелкая ссора может перерасти в конфликт. Так что сегодня просто постарайтесь держать, как рыбки могут держать губки на замке, как будто воды в рот набрали. Ничего себе. Вот так вот я завершаю этот гороскоп, да, неожиданно. Завернул, как Саша. Ну, в общем, такой гороскоп на сегодня. Теперь можно чуть-чуть отвлечься, знаешь, потому что иногда утомляет вот это вот столько прогнозов, да, сразу. Ну, я думаю, что поможет нам отвлечься Артем Мазур. Он умеет делать это, мне кажется, как никто другой. Прямо сейчас порция вопросов, ответов и хорошего настроения в нашей свободной касте. Всем доброе утро, здравствуйте, Артем Мазур на мониторах, означает, что мы начинаем свободную касту и прямо сейчас. Погнали! Доброе утро, это свободная каста и мы начинаем. Сегодня в гостях у нас человек, который преодолел огромный путь, чтобы попасть в эту студию. Она приехала к нам из Дубасар. Ольга, доброе утро. Доброе утро, Артем. Как добирались? Попуткой. Попуткой. Мне повезло. Да, и как звали того, кто вас подвез? Сергей. Сергей, благодарим вас. Надеюсь, вы преодолели этот путь вместе с Ольгой. Для Ольги не зря. Ольга, есть 5 вопросов. Цена каждого правильного вашего ответа. Вот такой сертификат от Hi-Tech Market. То есть 50 рублей. 5 вопросов. По 50. Итого это? 250. Пока неплохо. С первым вопросом вы справились. Оль, давайте, прежде чем мы начнем, вы чем занимаетесь? Немного о себе расскажите. Работаю в банковской деятельности, я кадровик. Угу. Как бы скучная работа, но помимо работы я занимаюсь активным образом жизни. Это видно. Хорошо выглядите. Молодец. Спасибо. Молодость приднестровских девушек – это хорошо. Итак, начнем. Да. Вопрос первый. Что верблюды запасают в своих горбах? Есть варианты? Да, вода. Да, отлично, сразу. 50 ваших. Это здорово. Страхуем, не страхуем? Ну, пока нет, рано. Вопрос второй. Это гора. Так. И одновременно действующий вулкан, символ Японии. И популярное место для паломничества буддистов. Это Фудзияма, Лаошань, Хуанхэ, Онтаке. Вот тут... Склоняюсь к Фудзияме. Ну, хорошая склонность. Мне принимать ваш ответ? Или все-таки, может быть, Лаошань, либо Хуанхэ, либо Онтаке? Хуанхэ, мне кажется, не знаю, почему-то исключаю. Убираем Хуанхэ? Убираем. Хорошо. Дубасары убирают Хуанхэ. Мы вас поддерживаем. Отлично. Уже хорошо. Уже хорошо. Осталось 3. Онтаке? Лаошань и Фудзияма. Оля? Пусть будет Фудзияма. Но вы не застраховали, да? Нет. Вы из Дубасар добрались? Из Дубасар добрались. Сергей, на попутках. Да. Стали обратно. Очень рано. Ну, ладно, это ваш ответ. Я его принимаю и говорю вам, что это правильный ответ. Это ваши 50. Серьезно? Вы молодец. Конечно, вы же серьезно, вы молодец. Вы с первого раза правильно ответили, просто я вас тут юлил. Блин, чуть не сбил, правда. Вопрос третий. Какой император отменил крепостное право в Руси? В России. Александр I, Александр II, Николай I, Николай II. Какой император отменил крепостное право в России? Александр I, Александр II, Николай I. Ох, это история. I. Да, история. Ох, это история. У вас получится. Я вам подскажу, если что. Да. Чуть-чуть. Кто-то из Николаев. Давайте так. Я думаю, что зрители меня поймут. Вы издалека. Это не Николаи. Не Николаи. Все, решайте теперь. У вас, я прямо убрал 2 аж неверных. Это по-честному? Это хорошо? Угу. Подсказка прям очень бодрая? Прям добрая. Спасибо. Давайте, Александр I, либо Александр II. Какой император отменил крепостное право в России? Александр I, пусть будет.
Так. У нас еще есть второй, да? Есть второй. Есть второй. А есть правильный ответ какой-то из них? Вы же видели, да, как я на втором вопросе вас уже крутил, вертел? Да. Запутать хотел? Да. И возможно, сейчас... Ну, то, что мы отмели, мы отмели. Да? Мы отмели. Поэтому Николай тут ни при чем. Николай, хоть я и Николаевич, папа, привет, но тут ни при чем Николай. Ну, пускай я остановлюсь на первом. Александр, первый. Ольга, я принимаю ваш ответ? Ну, у вас почему? Вы не расстраивайтесь, у вас уже есть 100, правильно? Застрахованные, уже как бы не зря, уже не с пустыми руками, можно поехать домой обратно, можно зайти какую-то себе кофточку купить, допустим, да, в бутике. Возможно. Да, почему бы и нет? Бывают ли такие цены? Есть такие цены. Итак. Первый. Александр Первый. Ну. Да. Или? Или настаем? Или, или стоим на своем? Я люблю стоять на своем, когда я права. Будьте правы, пожалуйста, сегодня. Пусть будет Александр Первый. Да, ну что ж такое-то? Ну я же... Все? Да? Да. Я еще не стукнул. Или да? Первый. Вот тут по-честному, я тянул резину, как мог. Замечали? Да. Видели? Да. Все, Ольга, я вас поздравляю, это ваш, это второй, Александр Второй. Я же и так, и так, и так, и так, и так. И даже говорю, стучу, не стучу, а вы... Но ничего. Не хотела отступать. Ну, это правильно сделали. Это ваше право, и так и нужно. И не отступайте никогда. Хоть даже если это приведет вас только к 100 рублям от Hightech Market. Спасибо. Это ваши деньги. Спасибо, что вы к нам приехали. Эти аплодисменты, вашу честь. Давайте похлопаем, ребята. Спасибо. Большое тебе спасибо. Мне было приятно. Это была свободная каста. Я приехала не зря. Месяц подготовки к Новому году. Мне кажется, весь декабрь... Ты зачем меня пугаешь? Подожди, я еще от осени не отошел. У меня еще заканчивается ноябрь. Нет, ну слушай, нет. Все, декабрь, когда наступает, это уже активный марафон подготовки к Новому году. Посмотрите, понимаешь? Какая она упорная и давит на то, что уже декабрь, и надо готовиться к чему-то. Конечно. В принципе, весь мир уже готовится. То есть везде уже новогодний декор. Ну, видишь, во многом мире. Во многом мире, да. Во многих странах мира есть еще и Рождество, да, католическое. Конечно, 25-го. Оно еще ближе. 25 декабря, если вы помните, и там вообще, конечно, они празднуют его очень широко, даже в некоторых странах шире, чем Новый год в итоге. Да, это правда. Ну, в общем, мы, конечно, тоже готовимся, готовимся всей страной. Ну, вот уже в ближайшие выходные, да, буквально через пару дней 4 декабря зажгут елки во всех городах республики. Красиво звучит, просто хотел это прочитать. Ну, в общем, теперь по вечерам они будут гореть, и это так, вот это вот уже создает настоящую атмосферу. Я обожаю огоньки, не устаю об этом говорить, но в общем, их с 4 декабря будет сильно больше. Это невероятная радость для меня. Но если говорить о столице, то будет большая развлекательная программа, в принципе, в течение всей субботы в Екатерининском парке, на сценических, на спортивных площадках. Но уже Дед Мороз и, так сказать, основное действие произойдет в 6 часов вечера. Так что, конечно, это такое семейное событие. Детки, родители, бабушки, дедушки, все приходите, присоединяйтесь, ну и получайте удовольствие от таких вот приятных, по-настоящему теплых и радостных событий. Ну и знаешь, благодаря Екатерининскому парку есть ощущение от таких мероприятий, такое как окунание в глубину веков, в старину. Помнишь вот этот фильм «Сибирский цирюльник», да, только там, ну, они перед Масленицей гуляли, да, но в целом такой же антураж, какие-то домики, много веселящихся людей, концерты, программы какие-то, и все это можно почувствовать в преддверии, наверное, самого главного дня в году, это Новый год. Это ну, правда. Я думаю, что все его ждут подарков и ведущие Первого Приднестровского, если вы хотите что-то нам подарить под елочку, можете спрятать у нас под входом, мы обязательно найдем. Как мило, да. Но на самом деле 4 декабря будет еще одно событие, которое хочется отметить. Опять-таки официально откроют сквер Преображенский. Это в Бендерах на площади Освобождения. Там тоже будет очень много огней, что меня привлекает. Ну, уже, так сказать, окрестили, да, это место Тираспольское, извините, как столичный житель, да, аж путаюсь. Бендерская, Никольская, да, в Москве есть улица, ты идешь, и там, значит, аккуратненько так свисают, прям как будто бы с неба огни, шары разноцветные, это все невероятно красиво, но теперь нечто подобное будет и в Бендерах, я очень хочу поехать посмотреть, потому что я получаю неимоверное удовольствие вот от Хотите, всей этой иллюминации. Для того, чтобы развлечь вашу, не нужно много, розетка и лампочка этого достаточно, просто включайте, выключайте ее, и она не будет от вас отходить. И также мэр Москвы Собянин сказал, что теперь Никольская будет называться
называться Бендерской в честь того, что такая же улица появилась. Вот видите, как интересно. У нас 5 декабря в Свободе пройдет предновогодняя ярмарка. Можно будет обновить коллекцию домашних украшений и купить тигра, символ Нового года. Ну да, конечно. Зная Свободе, возможно, даже живого тигра вы сможете приобрести, который поживет у вас до Нового года. Ну, в общем, правда, выходные обещают быть такими же по-настоящему предновогодними, и мы наконец-то начнем, ну вот, возможно, да, чувствовать эту новогоднюю атмосферу, потому что пока, мне кажется, не у всех есть еще такое предпраздничное настроение. Я тебе больше скажу, что оно очень трудное, поскольку выходишь на улицу, там жара, там хочется ходить в футболке, и ощущение, что все-таки еще весна. Но все-таки мы, да, станем чуточку ближе к такому теплому семейному прекрасному празднику, как Новый год, поэтому не пропустите эти события, правда, прикоснитесь к этим мероприятиям, да, это как-то здорово, это настраивает, это дарит улыбки, это всегда приятно, позитивно. В любом случае, это момент отдохнуть, пообщаться, встретить каких-то старых знакомых, куда-то сходить с семьей, выйти за пределы своей комнаты, что самое главное, и просто побыть на свежем воздухе. Так что наслаждайтесь, гуляйте и заряжайтесь новогодним настроением. Да, ну а мы продолжим опять-таки в этом предпраздничном направлении, посмотрим, как преображается наша страна в преддверии Нового года, каким мы встретим 2022 год. Новогодняя атмосфера. Ее все больше. Центр Бендер вообще не узнать. Новый сквер возле администрации Преображенский совсем скоро засияет во всей красе. Улица Ленина теперь напоминает Никольскую в Москве. Подвесные шары диаметром больше метра, 8 световых арок украшают еловыми ветками и новогодними игрушками. Осталось немного открытия 4 декабря. Уверены, это место совсем скоро окажется в топе новогодних фото. А в Тирасполе две новые стильные елки. Геолокация, сцена в Екатерининском парке и каскад фонтанов. Впервые в этом году, а из традиционного яркое зажжение главной елки. У нас планируется открытие с участием, конечно же, новогодних героев Деда Мороза и Снегурочки, а также будет еще сюрприз для наших жителей и города и гостей города, где они смогут увидеть интересное представление и смогут будут вовлечены, скажем так, в открытие этого праздника. Новогодняя суета в центре города кипит вовсю. Хвойные арки – уже отдельная фотозона для жителей. Пока не хватает только подсветки. Но это ненадолго. Все елки в республике зажгут 4 декабря. В столице в этот день массовые гуляния с 10 утра до 8 вечера. Будет интерактив для детей, само непосредственно зажжение елки, где пройдут интересные мероприятия с участием новогодних героев. Это Дед Мороз и Снегурочка. Также будет общепит у нас находиться на территории Екатерининского парка, куда мы приглашаем всех наших жителей и гостей города. Искусственная елка впервые в Григориополе. Новогоднее настроение добавляют необычные инсталляции. Встречать зиму здесь будут 5 декабря. В Рыбнице живая ель растет на главной площади. Ее высота около 18 метров. Еще одну установили на улице Вальченко, там искусственная. В этом году довольно-таки красиво начали украшать елку. Да, у нас новые появились какие-то украшения. Елка, которая раньше, да, допустим, находилась на площади, и она теперь стоит возле 10-й школы. И всегда приятно, когда в каждом микрорайоне, районе есть прекрасное настроение, для деток что-то интересное, потому что детки – это наше все. Разноцветными вечерними огнями уже вовсю любуются дубасары. Компанию ярких снеговиков видно издалека. Красавица ель, на ней больше сотни игрушек. Новый год уже близко. И еще о выходных. Мне кажется, четверг уже время, когда вполне себе можно планировать свой досуг. Учишь ее, учишь себе бестолку. Четверг. Четверг, мягче, да. Мягче. Понимаете, чтобы этот день был приятным, надо мягко говорить. Сегодня мой четверг. Ну, в общем, в четверг можно планировать планы на выходные. Но, собственно, начинать можно с сегодня, потому что четверг традиционно это четверг.
Я молчу, да, заметьте. Четверг – это традиционно время кинопремьеры. Они всегда вот именно в этот день недели. Итак, сегодня, собственно, в русскоязычном прокате премьера, которая называется «Дом Гуччи». На самом деле много о ней говорилось, ну, в том числе, потому что там принимают участие Леди Гага, Джаред Лето, то есть там такой актерский состав интересный. Ну и в целом это такая фэшн-империя, и что за ней стоит? То есть там и любовь, и интриги, и большая мода, вот. Плюс это какое-то возвращение, в, я так понимаю, на несколько десятков лет назад. Ну, в общем, атмосферно. Ну, судя по трейлеру, во всяком случае, и по разговорам, которые были вокруг этого фильма, премьера в Америке уже состоялась, но вот сейчас русскоязычный зритель увидит ее, ну, в том числе и в Тирасполе. Можно уже сегодня вечером идти в кинотеатр и смотреть премьеру «Дом Гуччи». Ну, замечаете, да, мое легкое молчание, потому что, естественно, я не слышал ни о трейлере, ни о «Доме Гуччи» в кино. Я слышал о «Доме Гуччи», да. Но вот, например, последнее, что я смотрел про моду, это «Дьявол носит Прада», да. Ну, недавняя премьера, лет 15 ей. Да, мне понравилось. Я думаю, что этот фильм будет достойный, тем более, что Леди Гага, она крутая. Мне кажется, она в любом проявлении себя, я как певица, кто она там, модельер, актриса, она всегда прекрасна. Да. Если вы любите живые эмоции, хотите посмотреть на любимых ведущих вживую, иногда даже застать их в зале для поклонников Марии, Маша иногда вам ходит в театр. Мы приглашаем вас, конечно же, в Государственный театр драмы и комедии имени Надежды Степановны Аронецкой. Мы играем и играем для вас на этих выходных. Это все понятно. Да. Уже все, к репертуару, пожалуйста. Пожалуйста. Итак, «Алиса в стране чудес» для деток в субботу и воскресенье в 11:30. Ну как для деток? Я знаю взрослых, которые ходят туда, водят ребенка. Пап, я не хочу, я же стараюсь. Нет, сиди, мне нравится. Да, сказка «Алиса в стране чудес» в 11:30 для наших маленьких и больших друзей. В вечернем репертуаре в субботу это «Леди Магбет» Мценского уезда. В главных ролях Валерия Соколова, Дмитрий Джуринский. Все это постановки Дмитрия Шмельча Ахмадиева, нашего главного режиссера. Кто не видел, приходите. История настоящей любви. Хотя кажется некоторым мрачноватой и темной, как они говорят. Но поверьте, именно там можно посмотреть настоящую любовь. И в воскресенье можно расслабиться. «Смешанные чувства». Легкая еврейская комедия, как я ее называю, «Еврейские сваты в Америке». В общем-то, да, два стареющих человека находят свою любовь уже после больших утрат. И как это все происходит, можно увидеть на сцене нашего театра. Итак, люди добро подумают, пожаловать, что, выговорился. Люди подумают, что я готовился. Нет, это все сыпется из меня автоматически, да. Да, ну в общем, стройте планы обязательно, проводите время с пользой, с удовольствием для души, для себя. Семьи, для своих близких. Конечно. А главное, стройте планы правильно, да, потому что, знаешь, как мы привыкли планировать дни, да, будничные, но редко планируем выходные. Когда они наступают, ты не знаешь, чем заняться. То ли, то ли собаку убрать, да? То ли с квартирой погулять. Поэтому будьте аккуратны, все-таки не пускайте это на самотек, найдите несколько вещей или каких-то моментов, которые вы хотите сделать. Да, чтобы по-настоящему отдохнуть и накопить эту энергию для будущих свершений, да, уже там предстоящей недели. Ну, а если говорить о выходных следующей недели, то там, конечно, главное событие – это выборы президента нашей страны. Не устаем об этом напоминать. Важен каждый голос. Нужно и важно проявить свою гражданскую позицию. В очередной раз напоминаем об этом. Ну, еще несколько таких важных маленьких напоминаний об этом событии прямо сейчас. Сейчас расскажу, как проверить себя в списках избирателей. С 26 ноября можно ознакомиться со всеми данными в списке избирателей. Для этого нужно прийти в участковую избирательную комиссию по месту своей регистрации или прописки и показать удостоверение личности. Адреса, куда идти, можно найти на сайте Центра избиркома, в местных газетах, приглашениях на выборы или плакатах ЦИКа. Просто о выборах президента Приднестровья. Сейчас расскажу, что делать, если у вас есть право голосовать, но вы не прописаны и не зарегистрированы в Приднестровье. Такие избиратели смогут прийти на один из 7 участков в день выборов. В каждом городе он находится в центре. Запомнить легко. В Слободзее, Каменке и Рыбнице – это районные дома культуры. В Бендерах – ДК Ткаченко. В Тирасполе – Дворец Республики. В Дубосарах идти нужно в местный ДДЮТ. В Григориополе избирателей примет школа искусств рядом с госадминистрацией. Просто о выборах президента Приднестровья. Четверг.
Это еще спасибо. И день выхода в эфир. Четверг — это еще день выговаривания красивых слов. Правильного выговаривания. Правильного, да. В общем, день выхода в эфир программы «В путь». Традиционно именно в этот день мы путешествуем по стране. Но на самом деле в последнее время у программы «В путь» очень много спецвыпусков. Ну, потому что событий много. И, например, на прошлой неделе, естественно, был спецвыпуск футбольный, да. Потому что к нам приезжал мадридский «Реал», Лига чемпионов. Ну и, в общем, выпуск получился необычным, надо сказать. На следующей неделе опять-таки будет спецвыпуск, потому что впереди выборы президента нашей страны, и там тоже будет что-то такое необычное и неформатное. Но на этой неделе... На этой неделе наши все-таки все стандартно. Да, Арсений и Екатерина, как у меня метко написано в сценарии, сели в машину. Вау! Вот это вся программа, да. 40 минут ребята садятся в машину. Нет, они сели в машину для того, чтобы поехать в Каменку. В Каменку, о которой мы уже сегодня говорили, в ту самую скалистую местность, где люди могут наслаждаться не только красотой, но и спортом скалолазания. Да, но вообще Каменка, мне кажется, один из самых красивых живописных городов нашей республики. Правда, там потрясающая красота. Так что, в общем, Катя с Арсением с удовольствием, я думаю, доехали до Каменки, погуляли, много чего нового, интересного узнали. И с удовольствием этим всем поделятся уже сегодня вечером, сразу после нашего кэба. Ну а пока традиционно смотрим анонс и настраиваемся на вечерний выпуск. Сегодня программа «В путь» держит курс на север страны. Спокойно, никто не замерзнет. У нас в закромах остался октябрьский теплый выпуск из Каменки. Отправимся собирать урожай яблок вместе с Арсением. Помощь была нужна как никогда. Яблок много, но год все равно нельзя назвать идеальным. Вроде лето было все обильными дождями, а сейчас осень очень засушена. И все, и уже видно по деревьям, они уже не такую закладку сделали на следующий год. Да, есть урожай, не говорим, но по сравнению... В сравнении яблоки не набрали свой вес. По весу они, если она должна быть там 250-300, а она имеет 120-150. Добрая часть урожая попадет на завод. Отечественный производитель как раз занимается переработкой яблок. За сезон 12 тысяч тонн. Сегодня мы станем свидетелями, как из яблока получается сок, а затем концентрат. За вид и сладкий вкус его можно принять за мед. А чтобы получить сок, его следует разбавить. Этим и занимаются зарубежные заводы, которые покупают у Каменского консервного. Это концентрированное лето в баночке. Но даже яблочный жмых сегодня на расхват. А это яблочный жмых. И вы не поверите, это основа будущего чая. Здесь на предприятии его высушивают. Ну, а затем отправляют на экспорт, где производители добавляют его в состав чая фруктового. А еще будет много экскурсоводов. Краевед, который расскажет о великом русском полководце Петре Христиановиче Витгенштейне. Именно он обжил это местечко так, что о нем все заговорили. Помочь с экскурсией вызвался и руководитель квинтета «Либерти» Дмитрий Шеремет. Он родом из Каменки. Вообще в городе много мест, которые приятно вспоминать. Ну, это те места из юности, из детства. Да, конечно. Ну, парк, само собой, это понятно. Вот мы приближаемся к зданию бывшей художественной школы. Я не учился в художественной школе, но тем не менее с детством тоже связано очень многое. Я умудрялся здесь даже давать концерты, исполняя на гитаре, да, и пел песни. Сейчас здесь сувенирный магазин «Тарасик» и «Украинское общество», да, если не ошибаюсь, да. В настоящее время. Это непростое здание, имение княгини Трубецкой. Об этом вечером, как и рецепт голубцов по-каменски. Подробности сегодня сразу после кэба. Четверг должен традиционно завершиться нашей постоянной рубрикой «Погода», друзья, потому что мы должны рассказать вам, как же вам одеться в такую... Знаешь, ну, сейчас погода еще действительно удивительная, потому что по ночам холодно, а днем еще достаточно тепло. Во что одеваться, не очень понятно. Пару дней назад было не прям тепло, а вот сегодня, надо сказать, действительно четверг, потому что он будет теплый, мягкий и ласковый. Вот мы сейчас в этом убедимся. Он придет, он будет добрый, ласковый, наш четверг. Пожалуйста, погода. Ну вот смотрите, ну, ночью понятно, все-таки зимняя время. Время уже и то такое, знаешь, неуверенное. Мороз, холодно, минус один. Свежо. Ну вот на севере республики ночью минус один, ноль, примерно такая температура. А днем, собственно, мне кажется, уверенные вообще весенние показатели. Плюс 11, плюс 12, солнечно, говорят, приятно, белки перестали хорошо. Запасаться на зиму, потому что все время жарко, они эти орехи высыпали обратно. Да, не знают, куда одевать накопленное, так сказать. В центре республики та же температура. Переезжаем на юг.
Здесь чуть морознее ночью, но не особенно, в общем-то, минус 3, минус 2. А днем те же 11-12, ну, правда, солнечно, приятно, хорошо, ну, просто наслаждаемся этой погодой. И, как мы уже говорили, мы южные, зима у нас вот такая, она южная, но меня радует это. Единственное, что где-то в душе, конечно, теплится надежда, что будут у нас такие, знаешь, по-настоящему зимние, нет, снежные дни, особенно на Новый год, да, правда. Снежок, а не легкий дождь, знаете, когда происходило. Но неважно, нет ни плохой погоды, ни плохих дней. Главное, как вы к этому готовы. В общем-то, радуйтесь любой мелочи. Радуйтесь тому, что вы включили первый Приднестровский. Здесь была Мария Пантазии. Александр Пандарян. И мы говорим вам, что вы большой молодец и умничка, что встали так рано, провели это утро вместе с нами. И значит, у вас все точно сегодня получится. Мы надолго не прощаемся. Пусть это будет самый лучший четверг в вашей жизни.